Всем привет, мои дорогие! Вы находитесь на канале Тамарина Кухня. Сегодня приготовим очень вкусные, сытные румяные розочки с беконом и сыром. Берем один пласт слоеного теста, у меня дрожжевое, и раскатываем его в одну и в другую сторону. На тесто выкладываем бекон. И натерто на крупной терочке сыр. И все заворачиваем в рулетик. И разрезаем наш рулетик примерно на одинаковые части. Форму для запекания наших розочек застилаем пергаментной бумагой и отправляем наши розочки. Смазываем наши рулетики желтком и отправляем выпекаться в заранее разогретую духовочку до 180 градусов на 25-30 минут. Спустя 30 минут вот такие румяные и очень вкусные розочки с беконом у меня получились. Дорогие мои, готовьте вкусно, готовьте с удовольствием, радуйте себя и своих близких. И не забывайте подписываться на мой канал Тамарина Кухня. И обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать моих новых видео. Всех обнимаю и всем пока-пока!